Интеллектуальную криптовалюту G-Global намерена разрабатывать в Эстонии информационная платформа G-Global Business Portal. Разработка будет опираться на ресурсы человеческого интеллектуального потенциала, для чего планируется в систему G-Global Business Portal интегрировать токен Time, который позволит измерять полезность работника для предприятия и выявлять его эффективность в рабочее время. Работы будут осуществляться в рамках модернизации предприятий реального сектора. Депутат эстонского парламента Михаил Корб одобряет идею криптовалюты G-Global и полагает, что она соответствует политике экономического развития Эстонии в сфере информационных технологий.